Виктория – особенный ребенок. Порой ей трудно дается учеба или освоение новых видов творчества. Но 3 года назад на прослушивании в музыкальной школе педагоги заметили талант девочки и с удовольствием приняли ее в большую музыкальную семью. Теперь Вика солирует на больших сценах, занимает на конкурсах призовые места. Недавно она стала лауреатом 3-й степени в конкурсе «Сотворение». Любимое дело Вики всецело поддерживает и ее мама. Ребенок увлечен, а это самое главное. Ну, чтобы человеку было интересно, доброту свою. С музыкой мы на «ты». С раннего детства мы пели, и по состоянию здоровья нам необходимо было петь, поэтому с музыкой мы ладим. Для Федора и Виолетты Касченковых музыка – семейное хобби. Они погодки учатся во 2-м и 3-м классах. По словам ребят, решение пойти в музыкальную школу приняли самостоятельно. Признаются, не проходит ни дня без игры на инструменте. Выступают дуэтом, что намного сложнее, чем сольно. Однако брат с сестрой понимают друг друга с полуслова. Мы слушаем друг друга и играем правильно. Мы посмотрели, как другие дети занимаются, а у нас душа появилась заниматься. Я так и хочу остаться пианистом. А я хочу быть президентом и тоже пианистом. Сейчас в станичной школе искусств с ребятами занимаются 19 опытных педагогов. Это и талантливые музыканты, и увлеченные художники. Скрипка, фортепиано, народные инструменты и даже флейта. Профессиональные наставники помогают осваивать в совершенстве любой инструмент. Очень много идет от личности преподавателя, заражает своего ученика красотой музыки, музыкального произведения. И, естественно, возбуждает интерес у учащегося и с интересом работают. А потом, когда что-то получается, ребенок видит свои плоды, и ему нравится, и стремится дальше еще больших успехов добиваться. А чтобы добиваться новых успехов, здесь постоянно стараются улучшать условия. В этом году в классы приобрели новую мебель. Еще несколько месяцев назад пианисты на репетиции ездили в станицу Раевская. Теперь здесь появился свой рояль. Простаивать инструменту не приходится. План у юных музыкантов расписан на месяцы вперед. Сейчас они готовятся к новым зональным конкурсам, которые пройдут в феврале и марте будущего года. Ольга Родина, Ксения Сипко, Михаил Григорьев, Анапрегион.